Здравствуйте, Давид. Спасибо большое за то, что ответили на наше сообщение. А моему сыну сейчас 2 года 9 месяцев. Он не разговаривает, но издает различные звуки. Осознанных слов нет. Не понимает обращенную речь, даже самые обычные просьбы. Может сидеть полчаса разглядывать какой-то предмет, трубочку или крышку, и не отвлекаться, хотя мы слух проверяли, со слухом все нормально. Он не смотрит в глазки. Если смотрит, то сразу отводит взгляд. Он не показывает своим пальчиком на то, что он хочет. Он тянет руку взрослого на тот предмет, который хочет. Он не играет с детками. Он сам по себе. Он боится чужих помещений, чужих домов. У него там начинается истерика. Он боится шума пылесоса, мясорубки, машинки и любой другой дудки или трубочки. Также он боится принимать душ в душевой кабинке, боится мыть голову. Иногда начинает смеяться сам по себе или плакать. Когда у него начинается истерика, он кусает свои руки, бьется головой об стену, об пол, об дверь, может скрипеть зубами. Даже если у него не истерика, если он смеется и радуется, он и то кусает свою руку. Спим мы очень плохо, засыпаем в 8, просыпаемся в 3 ночи и до утра. Днем при этом не укладываю, потому что и так ночью не спит. На горшок раньше садился пару раз, получалось, но неосознанно, случайно получалось то, что надо. Сейчас садимся только с истерикой. Причем, если я не даю ему кусать свои руки, он кусает мои руки, дергает мои волосы. Если раньше мы ходили на прогулку, он бежал, куда глаза глядят. Мог, наверное, за одну прогулку пробегать километр и больше. Но он бежал, шел, бежал, шел. Теперь мы идем на прогулку, он даже с коляски слазить не хочет. Он просится только на руки, если я его спускаю с коляски. В 2 года 4 месяца нам поставили диагноз минимальная мозговая дисфункция. Месяца 4 мы лечили это. В итоге другие врачи поставили расстройство аутичного спектра, аутистического спектра. Сейчас мы принимаем магний В6 и глютаминовую кислоту. Придерживаемся безглютеновой, безгазеиновой диеты уже месяц. Но особых результатов я пока не вижу. Но я очень верю и надеюсь на вас. Верю вам, если вы скажете убрать эти лекарства и бросить эту диету, мы с удовольствием бросим. Спасибо большое вам. Заранее ждем вашего звонка.